Добрый день! Сегодня приготовлю вкусный ужин, завтрак или обед. Для начала кабачки промываем водой и нарезаем небольшими кружочками. Далее кабачки солим и оставляем на несколько минут. Картофель моем, чистим и нарезаем небольшими брусочками. Картофель солим и перчим по вкусу. Добавляем соевый соус. Вливаем оливковое масло и все хорошо перемешиваем. В кабачки добавляем красный и черный молотый перец. Заправляем кабачки соевым соусом и оливковым маслом. Хорошо перемешиваем. В форму для запекания выкладываем нижним слоем картофель, верхним слоем выкладываем кабачки. Заливку из овощей также выливаем сверху. Накрываем овощи фольгой, оставляя небольшой зазор. Готовим кабачки и картофель в разогретой духовке до 200 градусов 45 минут. Готовое блюдо сразу подаем к столу. Приятного аппетита!